Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. И сегодня мы с вами начинаем проходить очередную глобальную модификацию к амнезии под названием Five Magics. В данной модификации нам предоставят два новых монстра. Также разработчики утверждают, что чтобы пройти эту модификацию, понадобится как минимум 3 часа, а то и больше. То есть модификация по времени будет очень долгой. В общем, усаживайтесь поудобнее, надевайте наушники. И я надеюсь, вы смотрите это ночью. Итак, давайте начнем. О, опять осколок сферы я вижу. Опять нам придется химичить с осколками сфер. О, какая-то музыка новая. Ну да, там, кстати, было написано, что новые звуки добавлены. То есть модификация действительно интересная и глобальная будет. Так, похоже, он взял... А, не, ни хрена он не взял осколок, он просрал его. Осколок пропал. Так, что у нас в сундуке? А вот и ни хрена, ничего нету. Да что ты обсираешь, что ты ссышься, все нормально. О, здорово. Лысый дурачок. Какой-то мужик. А, это не мужик, это статуя, у которой нету. Ну вы поняли. Какие-то китайские иероглифы. Да ладно, сундуки чуть все пустые. Да ладно, какой-то другой звук или мне показался? Да не, показалось. Ладно, идем дальше. Ой, что-то тут прям ходов до хрена. Что-то он у себя записал. Телепортейтион. Я тебя, мужик, не понял. Короче, куда-то он телепортировался, что ли. Прыгать он не умеет, кстати, почему-то. Че, инвалид, что ли? Ну тут завал, тут я, похоже, не пройду. А, не, пройду, кстати. Еще как пройду. А когда его отпустит, а то... Все так мутно. Если перец мне, наверное, не сюда. Экзит. Ну, понятное дело, мы не уйдем отсюда. В шкафу книги. Хрена книг. Еще один сундук. И в сундуке ничего нету. Ну, дайте мне... О! Начали что-то давать. Настойку опиума. Вот это замечательно. Это хорошо. Трудница. Бы лампу, вообще было бы замечательно. Какие-то воробьи летают. Ладно. Погнали все-таки в другую сторону. А картина точно не снимается? Не, не снимается. Ну и ладно. О, он, по-моему, бегать начал немного. Во-во, давай, давай. Может, ты прыгать скоро начнешь. Давай, приходи в себя. Ладно. Кто-то здесь прям это... Коробки хранить. Чего так много здесь коробок? Да. Прыгать я не могу, поэтому придется идти в другую комнату. Чего здесь вообще нету, выглядите? Ладно, погнали дальше. Блин, темновато вот. Хоть и ночью играем, но почему-то ни хрена не видно. Ладно, идем дальше. Вообще непонятно пока что, что происходит. Опа, дверь закрыта, но ее и не открыть, по-моему. Да я иду в какую-то темноту. А, я куда-то вниз спускаюсь. Посраться можно. Все ниже и ниже. Студия какая-то. Да ладно. Да ты шутишь. Закрыто. Прогрессион. Какой нахрен прогрессион?
здоровье. Не, ему лучше не стало. Опа. Ему полегчало, ему хорошо стало. С какого-то перепуга. Что? Это чё за главный герой? Чё? Кого мне дали? Паранойку недоделанный. Сначала, значит, он говорит, я не могу открыть эту дверь. Ну, что-то он там написал по-английски. То есть он не может пройти вперед. В итоге, погуляя по замку, он смог пойти. Просто идеальный мужик. Как ты вообще сюда попал? Ты же дебил. Извини за выражение, конечно, но я говорю как есть. Почему? Почему ты тогда сразу не открыл ту дверь, блин? О, кстати, вот сейчас тут атмосферка пошла. Сейчас, наверное, обсираться будем. Что-то темно, ни хрена не видно. Опа. Ты откуда взялся? Охренеть, он мне лампу дает. Спасибо большое. Часть первая, кстати, не успел прочитать, мне просто вот этот мужик прям заинтересовал. Две трупницы, ну нормально как. Вот с этого надо было начинать. Я захожу, допустим, сюда. Офигеть, как какого они сделали, я впервые такое вижу. Это монстр. Ну, вы поняли, какой монстр. Только они, гляньте, каменного его сделали. Блин, как это классно сделано. Так, ладно, закрой рот. Будем сейчас все исследовать здесь. Так, что у нас по маслу? Масла мало, надо экономить. Что это за место? Орб. Короче, что-то со сферой связано. Орб. Вот как. Не дай бог он пропадет, а? Надо следить за ним. Мне это не нравится. О, какая-то комнатка. Только что-то все здесь валяется. Книги повсюду. Хаос какой-то здесь творится. Так, письмецо. Интересно, здесь озвучку-то добавили? Будут нам зачитывать письма или нет? А здесь, по-моему, кроме письма ничего нет. Нет. К сожалению, сами, ребятки, читайте. Ну-ка, книжки раскидаем. Вдруг тут есть ключ, сразу проверим. Нет тут, короче, ничего. Видимо, я ради письма сюда пришел. Идем назад. Так, ладно, масло... Ой, лампу убирай. На месте? Вот и стой тут. Никуда не ходи. Ну, какая-то решетка наверху. Прям Silent Hill. Атмосферка есть, музыка прям атмосферная какая-то. Нормально пока что. Держит прям страхи. А вот эту дверь не открыть, она заблокирована, походу. Какие-то лабиринты пошли. Так, стопэ. Стопэ с лабиринтами. Подождите. А что, если я дальше пойду? Так, Серега стоит, как ты его назвал. Вот пускай он у нас будет Серегой. Машинери. Какое-то машинное отделение. Опа. Детали от дрели. Валеркина рука. Вот это хорошо. Валера мне поможет своей рукой. Письмецо. Ну, похоже, я тут машину не запущу. Она и так вся какая-то раздолбанная и разломанная. Вы поглядите. Да тихо ты. Дурак, что ли? Что ты на лопате прыгаешь? Дуралей какой-то. А ты лопату можешь взять? Нет, не можешь взять. Не, машина тут вообще раздолбанная вся. Я тут ничего не сделаю. Ну, в принципе, угля можно закинуть. Но что мне это даст? Не, это плохо. Поэтому, Валер, пойдем со мной. Твоя рука поможет мне разобраться, что здесь творится. Так, этот на месте стоит, отлично. Валер, погнали. Мы должны узнать правду. Что здесь вообще творится? Так, ладно, пойдем направо. Опа, дверь. Валер, подожди меня здесь. О, масло. Масло, хорошо. Какой-то склад, походу. Так, давайте внимательно. Возможно, здесь... Да, вон, я вижу еще деталь. Дрели. Так.
кажется, как только я возьму, что-то произойдет. Не? Все спокойно, все нормально. Как говорится, пока штанишки не придется стирать, все нормально. Пока на месте, все нормально. Погнали, Валер. А, тут завал. Как говорится, если нет со мной Валеры, значит его рука со мной пойдет. Так, нужна еще, по-моему, одна деталь, чтобы собрать дрель. Непонятно, конечно, зачем ему дрель. Еще одна дверь. Мне что-то прям сыкотно на самом деле. Прям так немножко побаиваюсь я этого мода. Так, ну тут завал. И тут завал. О, рыцарь, здорово, как дела? Так, все понятно, значит нам надо туда идти. Какие-то шахты заброшенные, я... Где мы пока находимся? Вот эта вот музыка, она нагнетает конкретно. О, кишки чьи-то, нормально, нормально. Здесь явно кого-то харчили. Так, по-быстренькому проверим, нет ли тут чего-нибудь спрятанного, не? Ни хрена. Опа. Масло. Похоже, этот вентиль заклинило, насколько я понимаю. Но, как я понял, это масло какое-то. Да треснет, ё-моё. Ну вот что он заклинил. Не, нифига. Нельзя. Просто заклинило и все. Колодец. Давайте вот только как в звонке не будет. Оттуда бабёха выли... Что за звуки? Да, никаких звуков. Ух, сколько тут ведер прямо. Кто там? Скинь ведро туда, ну-ка. Сейчас кто-нибудь вылезет из колодца, я обосрусь тогда. Опа, банка. Ну просто так он банку туда как бы не закинет. Это логично, да? Логично. Если уж набрать, допустим, из колодца воды, это надо тогда веревку какую-то привязать к банке. Но опять же, речь идет не о воде. Скорее всего, он хочет набрать масло. Это нельзя использовать предмет таким образом. Как так-то? Тут даже зеленым цветом подсвечено, что сюда надо что-то применить или поставить, я не знаю. Так, подождите, а с этой стороны была дверь? Нет. Значит, можно идти дальше. Кстати, сразу говорю, этому моду дали рейтинг 9 из 10. То есть мод настолько качественный. Что, видите, какой ему рейтинг дали? Опа! Нашел третью деталь. Вот, пожалуйста. Теперь все понятно, как будет работать. То есть, вентиль не работает, он сделает с помощью этой ручной дрели тоненькую дырочку. Тем самым оттуда начнет выливаться масло. И он наберет в банку. Вот все. Чё? Что разбилось? Бутылки разбил, я слышал. Кто здесь? Собака, не подходите, лампы треснут. Ну-ка. Во, отлично. Так, банк с маслом. А теперь вопрос, куда это использовать? А вперед вообще можно пройти? Тупик.
Нет, тут может вот пройти. Чего, блин? Нога чья-то. А, это этот. Напополам разломанный. Опа, сундук. Что в сундуке? Ни хрена, как всегда, в сундуке нету. Шкаф, вот шкаф это плохо. Это намек, что сейчас кто-то придет и будем прятаться. Опа. Закрыто. Но я могу дотянуться забрать. Большая порция масла. Я, конечно, не понимаю, как он через такую щель достал большую порцию масла. Это вопрос. Может, там еще и ключ лежит, не? Да нет, там больше ничего. Так, зальем масло. И погнали, короче, назад. Пойдем тогда сейчас в машинное отделение, как вариант. И попробуем там где-нибудь использовать вот это масло. Блин, а куда же натуре использовать-то, а? Так, у кавалерки, это хорошо. Тихо. Кто там был-то хоть? Дай проверить. Кто-то дверь открыл и прошел прямо. Он при мне дверь закрыл. Собака. Я даже не понял, кто это был. Опа. Пропал. Вот гаденыш, а. Ну вот бал состоял, значит. Это он был, походу. Мудила каменная. Ладно. Так, машина... Вот, залей вот сюда, по-любому, отвечаю. Во, вот сюда он сейчас зальет. Прям, блядь, как будто играл вот этот мод. Все знаю. Че, и все? Да, он вылил. Теперь что? А рычаг есть? Этот рычаг не к этому. Этот поршень должен заработать, по идее. Может, на туре еще и... Угля закидать надо. Угля попробуем. Куски угля все-таки есть, но неспроста. Третий кусок. Обычно три куска, но я вижу, там еще и четвертый есть. Давайте четвертый закинем. Так, ладно, лампу убери пока. Опа, гля, в натуре. Давай запускай. Ты будешь что-нибудь запускать? Что, у тебя сил нет, что ли? Поршень заработал. Вот теперь все отлично. Вот только вопрос, что я открыл. А, точно. Тут же было закрыто. Теперь открылась, и мы можем воспользоваться этим лифтом. О, ни хрена себе, как красиво. Прям храм какой-то подземный. Посраться можно, ладно. Ну, тут кровь. А, что, у нас есть выход, пойдем, что. Похоже, этот рычаг сломан. Его надо, походу, смазать. Если я ничего не путаю. Ладно. Смазать так смазать. Все закрыто, везде рычаги. Опа, а это открылось. Картина. Проверяем сразу, не снимается ли она. Крест, письмецо. Опять-то про сферу что-то опять говорится. Ну, походу, в конце концов, нам надо будет сферу собрать. Я уверен прям в этом. Кстати, только сейчас я заметил, что наш главный герой прыгает, что научился. Опа. Асетал дех... Что? Какой-то химикат, походу. Ну-ка. Давай так же сделаем. О, наберем. Что-то пока что всю дорогу набираем жидкости разные. То масло, то какое-то...
Хикадемиум. Я не знаю, как читается. Это называю. Это так, я сказал просто так. Это что, можно закрыть, что ли? Бля, ничего себе. Можно зайти и закрыться здесь. То есть и монстр, но он эту дверь, ну никак не. Хотя, не факт. Не проверял, не знаю. Возможно, и выбьет такую дверь. А может быть и не выбьет, не знаю. Сделано классно. Кто хочет, прочитает. Опа. Ой, молодец. Прям сразу подошел, подвинул полку, узнал, что там проход. Обалдеть. Так, ладно. Погнали. Это что-то типа лаборатории, походу. Опа. Братан, ты только что там стоял, теперь уже здесь лежишь. Че, на тобой операцию надо какую-то делать, что ли? Рот раскрыл. Опа, бак. Так, бак, это хорошо. Ключ. Келский. Так, ну-ка попробуем вылить. Нельзя вылить, да? Может тебе дать попить? На, пей. Нельзя использовать таким образом. Тогда придется идти в другое место. Есть банка еще. И ключ. Угу. Так, ладно, получается, вот сюда мы еще не ходили. У-у-у, охренеть! Это еще что за место? Портал какой-то в конце. Ну тут явно не пройду. Ой, то есть не портал, а. Это молния, но я не пройду там по-любому. Нам, видимо, надо в другую локацию теперь идти. Санктум. Блин, знакомое слово. Не помню, как переводится санктум. Что-то знакомое. Так вот, подзабыл. Во, вот у нас есть ключ от этого. На. Что с тобой? Как ты? Что происходит? Кто? Кто? Я хотел сказать, что с мышью происходит, а там кто-то пришел. Кто? Чё он говорит? Не бей меня. Опа. Ты кто? А, это этот каменный. Ты ж только что там лежал. Не, братан, не убивай дверь только, а. Блин, он встал у двери. Твою ж мать. Ну а что, придется бежать. Хотя можем, знаете, как сделать? Так. Он забегает. Если, конечно, меня с одного удара не убьет, мы его закрываем и убегаем. Давай заходи. Ты что такой тупой, а? Братан, камень, иди сюда. Может вообще тогда просто убежать от него? В чем проблема? О, давай тогда заходить, сможем. Ох, ни хрена себе он мне всёк. Ну, идея не получилась. Чё с мышью вот это происходит? Как она бегает вообще, не понимаю. Ладно. Давайте теперь осматриваться. Это похоже какая-то темница, что ли. Камера вот есть. Опа. Трудницы, это хорошо. Только желательно бы масло найти. Это вообще было бы идеально. Закрыто. Там мужик голый лежит. Мужик, как твои дела? Опа, у него что-то в руке есть. А, нет, ничего. На, и в жопу. Закрыто так закрыто. Вот масло закончилось, это плохо. Кто плачет? Кто плачет?
Хорош, рыдать, сейчас спасу, только найду вас. Опа, мужик! Это ты что ли плачешь? Ну-ка так. Раньше через такую щель можно было пролезть. Святилище, а, спасибо. Давайте попробуем залезть туда. Не факт, что я оттуда вылезу, конечно. Попробуем. Опа, мужик. Готов бежать. А я тебя не смогу освободить. Плачь, не плачь. Не могу. Опа, масло. Эх, ухай застрял. Нормально все. Выбрались. Так, масло. Большая порция масла. Отлично. Ради масла стоило сюда зайти все-таки. Не, мужик, извини, я не знаю, как тебе помочь. Да не врыдай, заколебал. Все нормально. О, отлично, вылезли. Тараканы. Вообще замечательно. Главное, чтобы этого мудака каменного больше не встретить. Такое чувство, что женщина рыдает, плачет, зовет о помощи, но что-то вроде такого. Не мужик явно это кричит. Где-то здесь женщина, похоже. Что я должен найти? Ключ или что вообще? Опа. Кто, кого там бьют? Кого убивают? Краш Чембер. Закрыто. Хорош там людей насиловать, убивать. У меня ключа нету, да? Ладно. Опа. Мужик отдыхает. К нему причем залезть можно. Сейчас мужик к тебе залез, не переживай. Ну как отдыхает? Он уже помер. 100% помер. Так. Ну только как мне к нему залезть? Или пролезть снизу хотя бы. Не, нельзя. Давай камень. Или на камень ты не залезешь? Не, на камень не залезет. Ладно, пропустим эту камеру. Я думаю, все-таки там ничего нет полезного у него. Потому что кровать не подвинуть, когда на ней лежит человек. Поэтому я считаю, надо идти дальше. Опа, еще один. Ты сколько у вас, бедолаг? Да ладно, еще и лестница наверх и вниз. Что же здесь происходит? Ничего нет. В итоге, получается, мы почти сделали круг. Там две трупицы. Ну, ради двух трупиц стоило зайти сюда. Все, в итоге мы все обошли, получается, теперь мы идем. А подождите, а это что за проход? А я тут не был. Что-то не припомню вот этого прохода. Мужик, ну хорош светить своим. Ну, мы поняли. А нельзя подвинуть. Попасть я туда не могу. Ну-ка, ну хоть что-нибудь есть? Я ради чего сюда пришел-то? Что-то есть под вот этой кроватью. Под вот этой дальней. А, нет, казалось. Тупик. Нахрена тогда сюда приходила? Да хорош, мать, рыдать, сейчас найду, помогу. Будешь рыдать, не помогу. Так. Ну, я надеюсь, что я ничего не пропустил. Как вот этому мудаку попасть? Непонятно. Но у него вроде как и ничего полезного там и нет. Поэтому единственный выход это спускаться вниз или подняться наверх. Погнали вниз.
Вот какая-то библиотека. То тюрьма, то тут резко вам библиотеку дают, обалдеть. Посадиться можешь. Так, что я должен здесь найти? По-любому ключ какой-нибудь. Все бывает, не удивляйся. Книги падают, все нормально. Да, мужик? Все бывает, как говорится. Ну, упали книги, что с того. Так, ничего тут ничего нет. Да, мужик? Ты здесь ничего подозрительного не видел? Часы тикают. Так, лицо. А, что-то записал у себя. Что он там хоть записал, проверить? Документы, секонд, ничего не понятно. Ну, какая-то книга необычная, такую не видел. Может быть, и видел. Ну, тут ничего нету, может быть, конечно, я слепой. Что-то проглядел. Ну да ладно, нам все-таки есть еще куда идти. Пойдем наверх. Ох, япона мать. Здесь просто людей харчили. Здесь их мучили, убивали. О, какая жесть, собаку он даже убили, голова. Собаки. Кровь вообще такой. А почему здесь кровь? Я думал, тут проход какой-то. Небось, в шкафу что-то неприятное сидит. Нет, здесь всего лишь пила. Опа. Какие-то химикаты я нашел. Аква. Аква Форкис. Аква — это не вода, случайно? Да нет, вроде. Опа. Опиум. Так, чё, получается, за вот эту настойку, что ли, сюда приплюсь, и всё? Как-то странновато. Смешать можно? Нельзя. Это надо в лаборатории всё смешивать, всё готовить. Мне кажется, либо я что-то пропустил, либо нам надо валить отсюда. Ключ требует. Ага. Давайте попробуем уйти отсюда и пойти в святилище. Можно ли вообще пойти туда? Вот что мне интересно. Если уж туда нельзя пойти, тогда мы тут что-то упустили и надо хорошенько проверить все. Так. Погнали. Дай бог, чтобы святилище было открыто. Ну-ка. О! Мне кажется, вообще для начала надо было пойти в святилище. Тут механизм. Какие нахрен механизм могут быть в святилище? Так, что-то тут очень много коробок. Проверить. Нет ли здесь чего-нибудь спрятанного? Вот как нету. О, масло, вот это хорошо. Наполнили фонарь свой. Трудница. Письмецо. Кто хочет, прочитает. Мне такое чувство, что сейчас нам надо наоборот сломать механизм. Остановить его. Ни хрена себе, тут необычный механизм. Что ты у себя записал? Да нет, это не нормально, это кажется. Электрик, барьер, протекшн. По-любому, отвечаю, надо сломать. Давай вот, бери шестерню, вынимай ее нахрен.
я ее сломаю? Надо что-то... Что-то вставить, к примеру, там, блин, я не знаю, коробку. Просто так не сломать. Надо что-то найти. Там лом, к примеру. Давайте поищем. Что за звук? Здесь кто-то ходит. Кто здесь? Покажись, падла. Дверь закрыта. Свинья? По звукам это свинья, отвечаю. Ленин, здорово. Рассказывай, как дела у тебя. Так, что я должен найти? Какой-то лом, скорее всего, по-любому. Ключ. Санктум Кей. Ключ, получается, от святилища самого. Я слышу, как храпит свинья. Это же она вроде как, это ее звуки. Значит, где-то здесь была дверь закрыта, да? Во, вот сюда нужно и ключ использовать. Отлично. А вон там, получается, вот в соседней двери кто-то храпит. Слышите? Перестали храпеть, во-первых, и разбили стекло или бутылки, я не понимаю. А, нет, храпить продолжает. Ну, короче, кто-то задвигался, походу. Шестерня огромная. Вот, резвинчик. Вот это, походу, нам шестерня понадобится. На всякий случай попробую, но про нее ничего не написано. Ну, нельзя использовать эту мобилу. Может, там шестерни не хватает, надо наоборот добавить шестерню. А мы еще какой-то один ингредиент нашли. Алло, гараж, просыпайся. Медведь пришел. Не? Ну, пускай храпит. Ну, вот там все работает, как бы. Шестерню не требовали. Ну, для чего здесь шестерня лежит? Что-то непонятно. Не, ну в принципе, мы нашли еще один химический какой-то элемент. И можем попробовать пойти в лабораторию. Ну если уж это не сработает, то тогда я не знаю. Предположение, что внутри него есть ключ. И мы ему должны дать выпить. Какую-то фигню, которую мы сейчас сварим. А не, комбинация не работает. А как мне залить вот сюда? Грест. Нельзя. Нельзя. Я думал отсюда залить все и подогреть это. Но, видимо, нет. Ну тогда я не знаю, что делать. Ну, то есть, возможно, мы что-то пропустили, но. В принципе, я думаю, можно закончить эту серию, а уже тогда в следующей серии разберемся, что делать с этим каменным дураком. Надеюсь, вам понравилась эта серия, ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и всем удачи, всем пока!